Все, я села. Ну что, поехали? Ой, мама. Держись за меня, держись, не бойся. Держусь. Ну, в 2010 году меня выдвинули на конкурс почтальонов в Москву. Ну и все, вот я съездила, где получила вот этот вот скутер, баян мне дали, подарили. Ну, в общем, много очень подарков. Тяжело вообще работать? Ну, не знаю, как бы, как сказать-то. Тяжело, не тяжело, но вроде бы уже как бы привыкла за 10-то лет. О, это что, столько муравьев? Кошмар. Все тут. Ну, вот сейчас, видите, вот доводят до нас планы, как сказать, мы, бывает, их и не выполняем. А в планах это что, доставка писем или там продажи? Нет, продажа товаров, конечно, идет сейчас же. Все, потом эти подписка, там тоже свой план идет, подписка. Ну, сейчас же подорожала очень подписка, и поэтому пенсионеры у меня, они все абсолютно в подписке. А молодежь-то сейчас не подписывается же. Ой, конечно. А вот впереди много-много собак. Они нас не тронут? Не знаю. Ну, может, пока едем и не тронут. Но бывает, кидаются на этот, на мотоцикл они. Бросаются. Проедем, прорвемся. Тихо! Я тебе сейчас! Ой, мама! Я их боюсь. Давайте поедем, пожалуйста. Я хожу с баллончиком, поэтому обороняюсь. И уже всех собачек я здесь в деревне знаю, и они меня тоже знают. Потому что есть, которые неугомонные собаки, значит, баллончиком получают. И они меня на месяц уже запоминают сразу же. На месяц это точно, однозначно. А другая живность, там гуси, коровы? И гуси есть, коров я не боюсь, а гуси у нас есть очень нехорошие гуси. И как, гусям тоже баллончиком? Да, да. Всяко бывает. Гроза домашних животных. Да, да, да. Дню Российской почты, видишь, снимают. Смотри в интернете.